Приветствую всех зрителей канала в игрушке Zombie Driver. Продолжаем с вами прохождение. Кстати, вот машинка, которая здесь у нас отображается на главном экране. Два вопроса. Есть ли она в игре, первый? И второй, есть ли у меня такие шипы? Как возможность, или это просто заставочка? Секс, оп. Элп. Аркада. Замечательно. Так, сегодня у нас чисто серия по бойне. Интересно мне посмотреть, что это. Берегите жирных зомби. Ага. Ага, я все понял. Я так понимаю, что мне здесь чисто вот до... Мне еще за это платят? Нифига себе. Я могу своим такси взрывать тачки. Охренеть. Которые разваливаются просто как нечего делать, да? Это неплохой заработок. Если бы это была мобильная игрушка, в таком случае это было бы там раз в день, скорее всего. Ну, ребятки, которые любят игры на андроиде и на iOS, наверное, скорее всего знают эту систему, что где легче всего найдите, говорит, свою награду. Там, где легче всего заработать, оно дается раз в сутки. Оп-оп-оп-оп. Еще пулеметик. А вот это жирная фигня. Давайте-ка его снимем. Прикольно. Так, патрончики везде валяются, поэтому мы можем с вами, наверное, вот так сделать. Найдите свою награду. В этот раз это, наверное, ускорение. А, не, нифига. Кстати, этого восстановления запаса прочности нет. Пулеметом снес. А тут беги, беги, беги. Там этот чувак идет, жирный. И это не жирный. Вроде жирный. Ох, ляд, что делают? Зажимают. А вот это мне нравится. Давайте, зажимайте, зажимайте. Побольше, побольше меня зажимайте. Великолепно. Так, турбоускорение. Да, точно. После того, как возьмешь турбоускорение, пропадает пулемет. Это не есть хорошо, мне нравится пулемет здесь. Болят. Охренеть. Ничего не понятно, но очень интересно, как говорится. Какая-то фигня. Оп. Монеточки, монеточки. Замечательно. Починочка. Лёд, сколько их тут. Встаньте от меня. Так, мне бы зажаться в каком-нибудь углу. Насрать на этот лук. Поехали. Валим, 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 валим. Ха, блин, я думал пулемет пока это. Ай, блядь. Сейчас по кругу проедем. Пока я не отпущу ЛКМ. Так, это мне не надо. Это тоже не надо. Это была четвертая. Все это время это была одна волна. Что? О-о-о. Ну давайте, кто кого. Это такие монетки. Блин, я даже не запоминаю, где что лежит. Я, честно говоря, не особо-то... О, замечательная починка. Вот это мне нужно. Вали, 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 вали. Не вставай. Что это такое? Это турбоускорение. А вот не хочу, я хочу вот это. Блядь. Шашлык. Шашлык, ребятки. Охренеть, он там выжег. Блядь.
Тем я там, конечно, остановился. Это что? Что там было написано? Наплевать. Ракеты. Почему он стреляет перед собой? А, нет, все понятно. Он нам стреляет. Блин, закончилось. Так, 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 так. Здесь одновременно следишь, сука, за тем, чтобы проехать. Еще и по сторонам смотришь, где бы что взять. Так, ракета мне не нужна, как бы не хотелось, но это не так интересно, как с пулеметом кататься. Так, говорит, награду возьми свою. Так, это не хочу. Там пулемет. Пулемет. Не надо. Сколько застрял опять? Ой, что это? Монетки. А что такое? Рельсотрон. Йоу. Не подходи к моей машине, ублюдок. Кажется, мне хана. Я, конечно, не настаиваю на этом. Так, ну хоть денег дали. Хоть пулемет. А я все нормально. Так, они у нас откуда бегут? Какие-то странные звуки. Монетки. Ой. Что монетки? Агрегатор нас сегодня радует. Валим. Вот так нравится, как он застревает. Просто замечательно. Так, а здесь жирный дофига ствола. Является ли это нормой? Да блин, награды какие-то не совсем уместные. Раз, два. Что там? Я не успел прочитать. Это что за херня? Это мне нравится. Блин, да здесь в этой бойне можно до бесконечности, судя по всему, кататься. Если вовремя чиниться и постоянно мантить. Сука. Блядь. Какой дерганный экран, а? Так, у меня еще ускорение есть немножечко. Не взрывайся около моей машины. 12 волн. На первой тачке. Она у меня даже особо и не модернизирована-то. Броньку дали. Попробуйте меня, пожалуйста. Так, очень быстро разворачиваемся и вот так вот. Ёлки-полки. Так, я знаю, где они там стоят. А по хп это у них все плохо. А, блин, нет ничего. Я тут на них нацелился. А у меня ничего нет? Ук. Есть. Хоть что-то дано.
Золотую медаль. Так сразу. Замечательно. Спасибо. Я сейчас обоссусь от радости. Блядь, там этот хер бежит. Ну, можно сказать, что мне повезло. Бля, ты где? Хоть что-нибудь. Ой. А нет, нормас. Чуть-чуть еще можно пожить. Зараза, блядь, отстаньте, отстаньте, пожалуйста. Хоть монетки. Хочу монетки. Нужны монетки. Твою мать. Как ты это умудрился учудить, чувак? Откуда они, кстати, берутся? Мне интересно узнать, интересно, где у них спаун? Ой, блин. Кажется, кто-то доигрался. Не, нифига. Что это за бесконечная игрушка? Чувак не огнемет, где его и там уже сатон и прочее. Хватит. Ребятки, хватит. Ну как бы уже понятно, что я лучше вас. Эй, ничего нет. Ой, сломали. Машинку мне сломали. Всего до свидания. Так. Золотая медаль. Вот те монетки, которые мне там насыпали. Локальный или локальный, как написано, топ. Тысяч. Можно даже поделиться. Надо же. И вот эти деньги, которые, допустим, вот режим истории. Ой, простите, пожалуйста, продолжить историю. Я нажимаю продолжить, а у меня тут всего лишь 8000. А вот хер тебе. Покатался, повеселился и хватит, пошел нахрен отсюда. Правильно, правильно. А значит, что мы с вами останавливаемся на этом моменте, продолжаем историю, вероятно, в следующей серии. Ну, а на этом моменте мы с вами прощаемся.